Главное в лесу, чтобы, как вам выходит лось, вы не думали, что такой милый лохматый, потому что вот как раз в ВКонтакте, в группе центра, очень часто публикуем инструкции, как вести себя с дикими животными, когда ты их встречаешь. В Ленинградской области и, в принципе, из всех диких животных России можно считать, что самый опасный – это вот... Это вот лось, потому что это автоаварии самые страшные. Это большая часть случаев машина не подлежит восстановлению. Водитель, пассажиры в лучшем же случае будут просто покалечены, а не мертвые. Но, к сожалению, для лосей также очень нехорошо эти автоаварии заканчиваются. И плюс, например, недавние те же, например, съемки с Аляски. Фотограф ехал на машине, увидел лося, вышел, начал его кормить морковочкой. Лось эту морковку поел, и потом копытом убил фотографа, потому что морковочки больше не осталось. Лося лучше не залить, поэтому его лучше даже не кормить, если это дикий лось. Лоси, в принципе, к другим животным, они, например, к, не знаю, там, к медведям, к волкам, сами первые никогда приставать не будут, они, скорее всего, уйдут. Но, опять же, например, если с человеком встречаются, если ты видишь в лесу лося, срочно, медленно и тихо уходить за какое-то ближайшее дерево или камень и тихо там сидеть и смотреть, пока не уйдет лось. Вот, потому что, например, с медведем инструкция противоположная. Вот, поэтому они, в принципе, изначально к другим животным не агрессивны. Если это не мама лосиха с ребенком, когда кто-то на нее, например, нападает или может напасть. Вот они спокойные животные, пока их не трогают. С людьми они чаще сами первыми стараются атаковать, ну, чтобы перестраховаться от плохих ситуаций. Вот вы говорили, да, что у них в копытах колоссальная вообще мощь в животном, да, что сила удара. Да, и сила удара, и если посмотрите на форму копыта, оно острое, и оно очень, почему я, например, говорила, что удар лосиного копыта может грудную клетку медведя пробить. Вот именно как раз за счет того, что оно острое, как пика. Вот, и такие достаточно опасные копыта. И лоси также умеют передними копытами, вставая на свечку, задними и одновременно всеми четырьмя. Так что рогов не так стоит бояться, потому что они в основном у лосей для сражений с другими лосями. Ну, вот, вот эти вот страшные копыта. Эти лосятки все в прошлом году прибыли с мая по июнь из разных частей Ленобласти. Потому что многие думают, что это какое-то семейство. Это такие три брата неродных. Причины тоже появления разные. У одного из лосят маму, скорее всего, какое-то дикое животное загрызло, или стая волков, или медведей, потому что наблюдали за лосенком, и мама не возвращалась, и поскольку им кормление нужно достаточно постоянно, как всем жвачным животным, его забрали сюда, привезли, другого нашли, он валялся в канаве, опять же, посмотрели, мама не возвращалась, тоже привезли. А третьего, скорее всего, люди сами маму спугнули и достаточно быстро его взяли и зачем-то привезли. Хотя надо было просто подольше подождать, может, мама повернулась. Это самая частая ошибка, когда люди забирают дикое животное, не дождавшись, когда вернется мама.